Компания International Rectifier является одной из ведущих мировых компаний по производству силовых полупроводниковых приборов. Компания АЭС является обладателем уникальных технологий, позволяющих значительно сократить габаритные размеры компонентов полупроводников, повысить эффективность и производительность. Специалисты этой компании производят самую широкую гамму устройств для цикла преобразования входного напряжения в требуемый вид энергии для различного электрооборудования. Одной из многочисленных групп приборов постоянной компании АЭР является стабилизатором напряжения или регулятором напряжения. Группа насчитывает до 350 типов стабилизаторов со стандартным низким, ультранизким спадением напряжения. Приборы производятся в корпусах малой и повышенной мощности, а также в корпусах для поверхностного монтажа. Стабилизаторы со стандартным падением напряжения производятся на выходные годы в диапазоне 0,5 до 7,5 ампер для фиксированных положительных выходных напряжений от 3,3 до 15 вольт и отрицательных напряжений от минус 5 до минус 15 вольт. Стабилизатор с низким падением напряжения выпускается на токе от 3 до 10 ампер только под правилом выходных напряжений в диапазоне от 1,1 до 20 вольт. Один из таких примеров – трехвыводной регулируемый стабилизатор АЭРУ-1030 с малым падением напряжения и выходным током до 3 ампер. Он специально разработан для обеспечения питания стабилизированным напряжением низковольтных микросхем. Гарантированное качество и эффективность в работе позволяет использовать данный стабилизатор для широкого спектра сильноточных нагрузок, в том числе и светодиодов. Стабилизатор АЭРУ-1030 гарантированно имеет падение напряжения не более 1,3 вольт при максимальной нагрузке до 3 ампер, что делает его идеальным для получения стабилизированных напряжений от 2,5 до 3,5 вольт при входном напряжении от 4,75 до максимально 7 вольт.